Доброе утро, мои хорошие. В таком виде я точно никогда не была перед вами. Опухшая, только что встала, даже не умылась. Первое, что я делаю, загружаю видео для вас, потому что вчера я его сняла ночью в 12 и где-то в 2 закончила монтаж. И ночью поставила загружаться, я смотрю, что оно уже загрузилось. Так что заливаю вам время, сейчас 9. Смотрите, какую красоту приготовила мне мамочка. Просто красота, просто обалдеть. Это шашлычок для мукбанга. Как хорошо, что ты приехала, мать. Что я без тебя делала? Супер. Наслаждайся. Наслаждайся, да? Рецептик я вам оставлю под мукбангом. Я сделала мейк, но мне почему-то кажется, что без мейка было намного лучше. Ребят, я настолько счастлива, что у меня на лице больше не появляются прыщики. Это просто была моя мечта. Я настолько рада, что я пришла к этому. У меня, правда, остались некоторые пигментные пятна, застойные пятна, как они называются. Но они тоже со временем уйдут, и они с каждым днем становятся все светлее и светлее. Я просто настолько комплексовала из-за того, что у меня на лице появляются какие-то высыпания, что сейчас я просыпаюсь, и я прям говорю так: спасибо, Господи, как круто, как хорошо. Вот, и если честно, мне ни один врач особо-то так и не помог. У меня есть отдельное видео на этот счет. Если вам интересно, как я избавилась от прыщей, то давайте я вам лучше в инфобоксе оставлю, если не забуду. Если забуду, пишите в комментариях, я вам потом отправлю ссылочку. Вот, я просто настолько счастлива, я настолько рада, я чувствую себя красоткой. Хотя еще все высыпания не прошли, вот здесь немножко есть пятна, здесь есть пару пятен. Я использую не супер плотный тональный, это, можно сказать, BB-крем, флюид такой. И при этом кожа выглядит очень даже ничего. Еще сегодня я иду с ночевкой к Шелли. Просто потому, что у нас смс-разрешение, на улицу ты можешь выйти только на 2 часа. А Шелли живет далеко, получается где-то 50 минут мне туда ехать, 50 минут обратно. И всего-то на всего 15-20 минут я могу посидеть у нее дома, это не дело. Поэтому я хочу сегодня пойти, а завтра прийти, потому что в течение дня 24 часов ты можешь взять разрешение только на 2 часа. Поэтому как-то так, потому что очень соскучилась, и погода классная, знаете, ни жарко, ни холодно, такой легкий ветерок и обалденная просто погода. Заодно мы немножечко погуляем, а потом пойдем к ней, но снимать я не буду, просто засниму вам немножко дома, возможно, влог будет половина сегодняшнего дня и половина следующего дня. Ну, посмотрим. Монтирую видео с шашлыком, и вот такие моменты я вырезаю. Например, я здесь что-то говорю, и есть вот такой вот пустой момент. Я пытаюсь его вырезать специально, чтобы видео было короче. Ждите. Же в гости с пустыми руками, тем более когда у тебя полный холодильник черешни и собственного огорода. Я сначала хотела просто положить в пакет и взять с собой, но потом мама предложила помыть и потом уже. А еще мы здесь готовим хачапури, их тоже я возьму с собой. Я пару штук возьму с собой, поэтому тебе говорят. Мама говорит, что все тебе пишут, что вот мама голодная. Айка все ест, а мама голодная. На самом деле она не голодная. Мама, скажи честно, ты голодная? Детка. По ней даже видно по рукам, что она не голодная. Она хорошо питается. Вау, какие аккуратные хачапури у мамы получились. Просто обалдеть. 6 штук. Я уже потихонечку собираюсь, решила одеть вот это вот боди из Нью-Йоркера. Точно не знаю, примерю вместе, посмотрим, понравится ли мне, как это будет смотреться. Потому что на улице прохладно, юбку, там шортики носить не буду.
и вот такие вот брюки. Так, давайте вам покажу, что же я беру с собой. Все, я буду помещать в мой любимый рюкзак от Miniso. Я беру домашний костюм, который недавно покупала, показывала вам в Инстаграме, очень удобный. Среди косметики я беру только самое важное, конечно же, это брови. Вот такая вот кисточка от Elf и вот такие вот тени от Belle. Вот этот оттенок идеально подходит для бровей. Я беру его, потому что это самая компактная упаковка. Помада от Maybelline, моя любимая. И тон от Revolution, он очень плотный. Хотя я в последнее время редко пользуюсь какими-то плотными тонами. У нас вот такие вот хачапури получились, я взяла 4 штуки, они горячие, потрясающе просто пахнет. А здесь зубная щетка электрическая, конечно же, Dirol жвачка, зарядка, резинка, средство для снятия макияжа, потому что я у нее остаюсь, парфюм от Miniso, 2 киткаты и еще черешня, которую я вам показала, кошелек и пару карточек. И это еще не все, я собираю рюкзак, посмотрим еще, что мне понадобится, еще заглянем в супермаркет и купим вкусняшки нам. Уже дома, мне установили уже модем, пришли и все это сделали без меня, получилась очень нелепая ситуация. Я была в гостях, получается, мне позвонили, сказали, что мы завтра хотим прийти установить вам модем. Я сказала, окей, давайте устанавливать, они спросили время, и я сказала, давайте, приходите утром. Хотя я с ночевкой, я встану поздно, мне еще доехать до дома, это все время. Мама не очень хорошо разбирается в этих всех интернет-моментах. Вот, и они пришли как бы без меня и, получается, установили. В принципе, я довольна, то есть у меня нету претензий, в моей комнате вроде как ловят. А самое главное, теперь у меня интернет в 4 раза быстрее. Но я и плачу в 3 раза больше. Но мне кажется, для меня, для ютубера, для человека, которого каждый день выкладывает видео, для меня это очень важно, потому что я хочу загружать свои видео в хорошем качестве и как можно быстрее. Потому что, как вы знаете, я загружаю очень много материала. Вот, и пытаюсь затратить как можно меньше времени. Именно из-за этого я как бы уменьшала разрешение. Многие жаловались по этому поводу. Поэтому я больше так делать не буду. Все будет окей. Будут крутые видосы, будет их много. И самое главное, крутой интернет. Надеюсь, что он меня не подведет. Но я вроде сделала спид-тест. Вроде как скорость нормальная, но сейчас это минимальная скорость, мне поменяют тарифный план, сказали завтра, вот, потому что у меня как бы нестандартный тарифный план, они даже не знали об этом, и они пришли, установили и сказали, что завтра уже поменяют, и завтра все будет летать просто. И, конечно же, я вам должна показать свой новый модем. Мне его как бы подарили, так можно сказать, я заплатила за 2 месяца, и модем был в подарок. Вот так вот у нас везде провода. Конечно, мама недовольная, что вот здесь вот так вот все. Но что делать? В нужном месте нету нужной розетки. Это мой старый модем. Выглядит он значительно больше, но, к сожалению, не ловит. Вот просто не ловит. Это, считаете, у нас гостиная, а моя комната находится вот там вот. И там уже не ловит. А мне самое главное, чтобы в моей комнате нормально ловило. Вот, поэтому он переместился вот сюда, от того интернета я уже позвонила, сказала, что я хочу отказаться, если хотите, вы можете забрать свой модем. А мне сказали, что мы вам перезвоним, обсудим моменты, детали и так далее. Вот, так вот. Сейчас включаю свой ноутбук и попытаюсь подключиться. Мне иногда так стыдно, что я элементарные какие-то IT-вещи я не умею. И даже иногда мне хочется пойти на курсы. Я думаю, что следующий год я как раз-таки хочу посвятить тому, чтобы улучшить свои знания в плане компьютеров. Прям какое-то зеркало, как вы видите. Вот. На этом, ребята, все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Теперь интернет ловит даже здесь.
Вот, я пойду делать свои дела, снимать для вас мукбанки, нужно помочь маме по домашним обязанностям и так далее. Поэтому как-то так, всем пока!